Всем привет, мои хорошие. Покажу вам несколько своих товарищей. Иди сюда, моя красавица. Итак, Magic Mask. Вот после пересадки начала она растить вот такие почему-то маленькие листья. Хотя перед этим растила у меня вот такие. Ну, вообще просто смешно, честно говоря. И меня это так как-то расстроило. Вот, но благо они стали крупнеть, потому что вот этот был мелкий. Вернее, был вот этот. Абсолютно белый, что плохо. Потом был вот этот, совсем мелкий. Я надеюсь, что следующий будет крупнее. Я надеюсь, что этот мелкий из-за того, что вот этот был белый, не хватило нормального питания. Здесь тоже достаточно много вариегатности. Ну, посмотрим. Конечно, не хочется чикать и переукоренять, убирать этот белый лист. И, в общем-то, как-то это все решать. Но чё-то не нравится мне динамика, потому что действительно после пересадки стало помельче. Ну, возможно, кстати, вот на вот этот лист мой орхидейный выпад был, когда я все практически засушила, потому что не могла поливать. Вот, спешу на это, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но будет обидно, потому что вытягивала я это с полузелка, реанимашка, вот такая махенькая, с вот такими листиками. С одним вот таким листиком, и я ее спасла, поэтому, в общем-то, это такая была моя гордость филодендровая. И вот так вот она меня теперь подводит. А почему плохо белые листья? Все, в общем-то, мечтают о вот этих белых листьях. Боже, это так красиво. А вот на монстерах, вот у меня тут монстера, тоже все мечтают о чисто белом листе. И некоторые продают вот эти вот черенки, когда там два чисто белых листа. И, например, ты видишь, что следующая раз твоя почка белая, стоит бешенейших денег, ну просто вау. И люди покупают. Ребят, нет. А здесь полностью отсутствует хлорофилл здесь полностью отсутствует. И такой лист, он, во-первых, недолговечный. Это те листья, которые они первыми уйдут, они быстро достаточно начинают подсыхать, помирать. Ну тут опять-таки все зависит от ваших условий, подкормок, вот этой вот зеленой массы. Но вот эти вот такие зелененькие держатся гораздо больше вот этих беленьких, в разы дольше. И вот этот лист, он ничего не дает вашему растению, вообще ничего. Он не может дать, потому что в нем не происходит ни фотосинтез, ничего в нем не происходит. И он только берет. Вот, и растения, когда вы покупаете чисто белый ствол, чисто белые листья, то вы покупаете, и, например, он не укоренен. Даже если он укоренен, вы видите, что следующий лист тоже будет белый, вы купили труп. То есть, поздравляю, у вас его скоро не станет. Есть шансы, если вы видите, что следующий лист идет с зеленым. А тогда, в принципе, ну, может быть, у вас есть какой-то шанс на что-то. А лучше всего, когда зеленого чуть больше, чем белого. Вот так вот. Или хотя бы половина. Вот, тогда у вас действительно будут красивые результаты, да? Белые листья, вообще вот кто выращивает профессионально, и у них белые ответвления такие получаются, они сразу полностью срезаются и убираются, потому что он дальше будет давать белые листья. Поэтому он убирается, и начинается новый рост, новое направление, где листья уже с зеленым. Вот, так что такое это не очень хорошо на самом деле. И остерегайтесь таких черенков. Я знаю, что все о них просто мечтают. Это так красиво, для всех так красиво, так необычно, но это так опасно, так не нужно и так вредно для растения. Поэтому, ребята, поверьте, это, ну, правда, это растение-трупик. И вот я даже смотрю по своей варигатной монстере. У меня есть листья, где было очень много белого. Ну, тут я вам уже не покажу. Он уже совсем засох. Ну вот те листья, они первыми становятся некрасивые, они первыми начинают желтить края, они хуже переносят солнышко, которое до них может добивать. И растение вот начинает медленнее расти. Потом, например, оно выпускает наконец-то лист, где много зеленого. И оно начинает расти гораздо быстрее. Следующий лист вылазит гораздо быстрее и гораздо крупнее. Вот так вот я тоже заприметила, поэтому я понимаю жажду вот этого белого, да, белый кит. Но нет, это не хорошо, это не полезно, и это очень сложно для растения. Вот так вот.
Ну что ж, на сегодня все. Надеюсь, моя Magic Mask все-таки одумается и опять начнет расти крупные красивые листья. Не чисто белые, а все-таки цветные, зеленые. Это будет давать ей силы. Она сможет тогда наращивать большую красивую куртину. И на этом совсем все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.